Алла выбирает себе будильник. Ходили-ходили по теплоходу, оказывается, еще один ресторан мы не заметили. Очень симпатичный. Тебе жареные или вареные? Мне только свежие. Свежие? Прям вот так бы, и съела бы. Мороженое, да. Вова, монетку бросить? Нужен монетка 1 пенс. Английский есть? Нет. Тогда давай золотой червонец. В нашей семье есть традиция. Ночами мы смотрим футбол. На улице. Ну-ну-ну!
noi non riesce a far meglio di così. Beccoli, però se tiene il pallone di noi, li danno tutti, eh?
Белиссимо! Женское счастье. Всякие вафли, булочки, джемы, варенье. Салаты. В нашей семье есть хорошая традиция завтракать посреди Средиземного моря. Ну, мы практически каждый день это делаем. Фрукты. Колбаса это не колбаса, это тоже фрукты. Чернослив, груша. Немножко сладости. Что еще нужно для счастья? На теплоходе стены сделаны из вина. В нашей каюте, кстати, тоже, да? Ракушки. Мидии. Так как у нас в ресторане всегда, ну и дома то же самое, определяет блюдо для меня Алла, то мне она взяла фасолевый суп. Она говорит, ракушки это слишком высокое для тебя, а фасоль то, что нужно. Он смеется. Дорогие мои зрительницы, напишите, пожалуйста, кто в вашей семье определяет меню для мужа? Женщина определяет. Муж или жена, да? У нас только Алла, все определяет Алла. В Средиземном море водится круглая форель. Уникальная рыба. Это не я придумала, это Алла придумала. Она сказала, что это форель. Как было в меню написано. А меню, кстати, есть на русском языке. Да. Для тех, кто... Ни одного языка не знает, как мы. Это Алла, да. Алла не знает ни одного языка. Алла, что у тебя там, дынька? Дыня, да. Ананас. Ананас. Анавас. 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 А у вас? А у меня сыр. И красная икра. Мармелад. Пережеванная. Да ладно тебе, ты что? У тебя шикарнейший сыр. Да ты что? Да. Не завидуй. Не завидуй. Не завидуй. Владимиру, кажется, принесли айскрим его любимый. Мой любимый айскрим. Ой, мне так стыдно. Я же ему заказала сырную тарелку. А он, вау, не хочу я этот сыр. Сыр будешь есть сама. А мне айскрим, каждый день айскрим.
Компания МСС знает, что я люблю айскрим. Мое не... Да кто только не знает, что ты это любишь. И не смеет заглядывать сюда, это мое. Ой, принесли. С ума сойти. Трубочка, ты заметь. Вов, тебе плохо не станет? Каждый день мороженое. Генуэзская трубочка. Да-да. Мы же в Италии находимся. Или в Испании, или во Франции. А тут вино – это все. А этот ресторан готовится к приему обеденных туристов. У нас был ланч, а сейчас будет обед. В красном стиле. Вот в таком красном. Так, а где я? А вот он я. Винная галерея. Каждый турист на теплоходе обязан здесь пройти и выпить хотя бы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бутылочек. А иначе что это за турист? Помните, в советские времена у нас стояли на улицах автоматы? Бросил копеечку, водичка. Бросил 3 копеечки, водичка с этим сиропом, да. Здесь пошли дальше. Бросил 9 копеечек. Или 13 копеечек. И тебе буль-буль-буль налили. Хо, ну я пищу. На нашем лайнере есть большой комплекс спа. Опа. Алла приглашает меня в казино. Алла, нет. Нет. Я не пойду. И не уговаривай.
Угу. Ага, сейчас дуракам везет в первый раз. Я проиграл 1 000 000, Алла. Придется продать туалет на моей даче. Все из шоколада. Каждый день Алла выбирала себе коробочку шоколада и съедала на завтрак. Именно поэтому она такая бодрая, сильная, энергичная. И красивая. А главное, умная. О, твой любимый молочный шоколад. Вова. У нас есть Алена с собой. 6,80. Произведение из шоколада.